В честь Дня эколога в округе подвели итоги проекта «Сдавайте батарейки в Югре». 12 тонн собрали ученики образовательных учреждений из 55 поселений округа. В течение всего учебного года в школах проходили тематические уроки. Ребятам рассказывали о вреде отработанных батареек и правилах их переработки. Собранное школьниками вторсырье в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить» отправится на завод-переработчик в Ярославль, где получит вторую жизнь. При поддержке правительства Югры проект реализуется уже третий учебный год. За этот период собрано 30,5 тонн батареек и спасено от заражения 30 тысяч квадратных километров земли. Это почти на 6 тысяч больше площади Нефтеюганского района. Сейчас в связи с летними каникулами проект приостановлен, но уже в сентябре снова возобновит свою деятельность в учебных заведениях Югры.